скоро выходит несколько наших уроков про удар справа с отскока. И в них мы, в частности, будем рассматривать в одном из уроков такой важный элемент, как опускание ракетки под мяч. Ракетку под мяч можно опускать несколькими способами. Один из них сюда, в сторону от корпуса, другой с головкой сразу немножко за спину. Так больше опускают мужчины, так больше опускают женщины. Им проще вывести ракетку навстречу к мячу и через торец. И, соответственно, кисть уже будет в разогнутом состоянии. Так более плотные удары получаются у женщин. Но не всем хочется играть с опусканием ракетки за спину. Многие хотят сделать это в стороне. И я вам сейчас покажу одно несложное подводящее упражнение, как вот из такой техники перейти на опускание руки уже непосредственно под мяч. Потому что если вы отводите кисть сюда, то у вас опускается головка под мяч, а рука под мяч не опускается. Вам же нужно научиться, чтобы разгонять правильно руку и головку, опустить руку, разогнуть ее в локте и затем вывести вперед. Вот мы берем, руку за запястье свободной рукой и принудительно вот здесь свободной рукой буду опускать руку с ракеткой, разгибая в локте, перед тем, как вынести в мяч. Единственное, что очень важно, что вы должны синхронизировать опускание ракетки и шаг на мяч. И сделать вы это должны тогда, когда мяч еще далеко, 2-2,5 метра от вас. Вот сейчас я опускаю ракетку почти к полу. И вы видите, что у меня ракетка находится сбоку от корпуса. Рукой я стараюсь уже атаковать мяч, да? У меня не мяч атакует руку, да? А я опустил вниз и вытащил вперед. На таком ударе также очень хорошо вы можете вытащить локоть и плечо вперед. Ну, я думаю, что было достаточно примеров. Надеюсь, наш урок вам поможет. Чтобы закрепить этот навык, вам нужно делать его на каждой тренировке по 15-20 минут. Я думаю, что в течение от 3 недель до месяца. Тогда ваш игрок уже самостоятельно научится опускать ракетку под мяч и, соответственно, снизу вверх разгонять ее. Всего доброго, до свидания.